Итак, всем привет. У микрофона, как всегда, Дэн и Хогвартс Легаси, друзья. У нас тут какие-то вставочки пошли, ролики, касценочки. Угу. Значит, нам дальше сюда. А зачем нам сюда? Надеюсь, вы справились со всеми моими поручениями. Ну да, как бы я справился. Профессор, новые задачи тоже сделаны. Прекрасно. Значит, вы готовы к изучению Экспеллиармуса? Сточись. Обезоруживающее заклинание порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими темными волшебниками. Ну окей. Для заклинания нужна сосредоточенность и твердая рука. О, нихуя себе. Все так шустро. Это было жестко. Экспеллиармус. Хорошо. Если решите практиковаться еще, манекен вон там. Так. Значит, эта херня выбрасывает палочки из рук врагов. Давай. Где он? Где Экспеллиармус? А, Экспеллиармус. Вот такой она кастовал, короче, и все. И чувак просто охеревает от того, что происходит. Упражняйтесь. Ну, в принципе, вот таким вот образом можно херачить врагов. Личное мастерство защиты. Кстати, вышло обновление, и нихера себе, у меня повысился фреймрейт. А, не, я... я ошибся, он нихера не повысился. Нихера, не исправили в этой игре, нихера. Только начинаешь ходить, начинает рендериться местность, люди начинают рендериться, и все, и пиши пропало. Хер тебе врыло, ссаный урод. Как говорилось в одном чудесном фильме. Хер тебе врыло, ссаный урод, а не FPS в игре 2023 года. Да? Да. Окей. Так, а как мне... карта мира? Окей, давай. А, смотри, у меня есть здесь точка перемещения. Я, в принципе, могу ее воспользоваться. Почему бы и нет, как говорится. Если есть возможность сократить путь, почему бы его не сократить? О, прикольные цветы. О, так это не зря я сюда, короче, когда сюда выходил, я не зря тут прошелся, короче, и заанлочил это перемещение. А у нас, тем не менее, падает FPS. Давай посмотрим, что у нас вообще есть. Задание. Испытания. Лекции, таланты. Так, поражающие таланты. Значит, талантов у нас пока нет. Есть у нас инвентарь. А что за инвентарь вообще? Ага, ага, понятно. Очень всего интересного у нас много. Талант у нас не открыт. Интересно, что это будет такое. Я думаю, может, какие-то возможности нам даст. Ну ладно, погнали, чего уж тут тупить. А, о, грибочки соберем. Почему нет? Это запретный лес, насколько я понял. Прикольно. Красотень. Красотень. Выглядит интересно. Что там? Что за нахуй? Ты что вообще такое? Че на меня бычить хочешь? Я тебя сейчас побычу. Я тебя сейчас побычу, быстро тебя на ноги поставлю. Че на меня? Че такой крутой тип? Ух, ёб твою мать. Ничего себе, ты, блядь, посмотри на него. А, левелс на тебя не работает, значит. Что ты меня своим языком, блядь, пытаешься херануть? А ну давай на него Экспеллиармус. Нихуя ты прыгучая, падла. А, левелс на тебя не работает.
Ёб твою мать, что ты за говно такое, блядь? Что ты вообще? Бешеная топеройка. А, бешеная топеройка, вот ты что такое, понятно. Мужесть какая-то, посмотри на нее. Кто тут у нас такой? Так, Министерство магии, опасно. Что написано? This is area has been... Короче, это запретное место. Нечего сюда ходить. Министерство магии говорит, что здесь очень опасно. Поэтому сюда ходить нельзя. Ну а кто нас останавливает? Столько табличек. Можно и проигнорировать их. Зачем они вообще нам? Опа. Тележечку кто-то бросил. Ну, я смотрю, тут так, да. Что-то кто-то сюда, по-моему, заходил. И им дали пиздюлин. Так. Поговорите, встретитесь с Ричардом Галкрадом. Ждать. Чё? Кто-то трындит. Так, давай посмотрим, есть ли тут что-то полезное. Ну, видимо, ничего полезного нету. Поэтому ждать в темном лесу — это самый оптимальный вариант. То есть мы вот так вот посреди дороги поспали. Ну вот и я. Пришел, как и обещал. Давай потрындим. Вот мы и снова встретились. Пожалуй, мне стоит удивиться, что здесь только настоящие когтевранцы пришли бы сюда в поисках чего-нибудь. Красиво сказано. Итак, да, дальше. Следуй за мной. Я провожу тебя, насколько смогу. Однако, я боюсь, что мало не по себе возвращаться к своему трупу. Смотри его оба, чтобы не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи... Интрамурс. Как несложно догадаться, это какая-то секретная фраза. Бла-бла-бла. А еще есть какие-нибудь ориентиры, кроме купания для птиц? Конечно. Даже несколько. Каменный мост, водопад, если не ошибаюсь, озеро. Ну, короче, увидишь. Ты был очень полезен. Удивительно, сколько воспоминаний навевает это место. Ну да. Знаешь, чем ближе подхожу к своему месту подыхания, пожалуй, знаешь, я лучше останусь. Просто продолжи идти дальше и гляди в оба, чтобы не пропустить ту купание для птиц. Адью. Интересно, это на латыни или на греческом? Ну, смотри, адью — это, наверное... Может, на латыни, а адьос — это уже на испанском. Так, у нас тут показано, что министерство опасно, министерство магии говорит, что тут опасно. Так что иди другой дорогой, бро. Не остается ничего, кроме как идти дальше. Ну кто же нас остановит? Кто же нас остановит? Ну, много грибов. В принципе, если надо будет грибы, мы сюда сможем всегда зайти. Так, я что-то слышал. Что-то... А, там кентавры бегают. Ну ладно, кентавры — это наши друзья, надеюсь. Так, опасно. Опасно там. Министерство магии говорит, что тут опасно. Черепа. Такая хуйня. И нам показывают, что нам туда. Опасно там. Ну, пошли сюда. О, водопад. А, про водопад он и говорил. Значит, нам сюда и надо. Ну, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Опасно там. Ну, идем. Насколько тут... Привели его. Отлично. Проверим, что здесь вообще происходит. Что тут у нас такое? Какие-то... пушишка. Пушишки. Странное название для создания. Ну, окей, пушишка. Пушишка. Интересно, наверное, сложно людям шепелявым произносить название этого животного. Как-то они не подумали об этом. Ты красиво, смотри, олени пробежали. Главное, чтобы они не побежали от какой-то опасности, которая нас сейчас нахуй прикончит. Ой, блядь.
и звуки. Ёб твою мать, что ты сюда прилетела? Блять, обосраться. Чтобы я обосрался, ты хочешь. Совушка. Что у нас такое? Грибочки можно собрать. Интрамурос. Ух ты, гля, что творится, что происходит. Это страшно. А недалековато ли мы забрели? Ренрок знал, что в конце концов ты приведешь нас к спрятанному. Хватайте эту мразь. Окей. Ай, блин, не то хотел сделать, ну ладно. А давай на тебе эту хуйню используем. И теперь вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Готово. Отлично. Так, тут ничего не упало. А, смотри, что-то упало. Так, отлично. Грибы отреспаунились. Так, ну какой-то анус. Давай в него зайдем. Так, мы зашли в какой-то сфинктер, но на заднем плане вроде все нормально. Интересно, насколько огромное это место. Ревелио. Что это такое? Так, сок мукамля. Сок мукамля. Ревелио. Что это у нас? Тоже мукамля? А, нет, нужно хуярить. Ты смотри. О. Ничего себе, похоже, именно сюда мне и надо. Да, класс. Прикольно. Похоже, кто-то очень не любит случайных гостей. Ревелио. Давай посмотрим. Оо, тут, блять, пауканов. Пауканов тут как говна. Ну, оно то, она и пещера, как. Больно. Ну давай. Закидал, ну да, закликивание. Естественно, все происходит закликиванием. Так, что тут у нас? Так, у нас тут кучка пауканов. Думаю, здесь что-то полезное есть, значит, нам надо их херачить. Значит, давай их херачить. Ай, блядь, ну выходи оттуда, давай. Ну. Будешь сюда ползти, говна кусок. Давай, 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 иди сюда. Ай, блядь.
Ты не можешь сюда пройти, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты, падла! Ну тебе! На, на, на! Что такое? Не ожидал, что я, да, вот так вот через землю тебя могу херячить? Опа! Выкуси! На! Чё там? Следующий, давай! Давай, давай! Чё ты там? Чё-чё-чё? Давай, 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 на меня! Давай, ну! Что так медленно там ползешь? На тебя! Ой, блядь, не сработало! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Вот так, вот так, вот так, вот так! На тебе! Отлично, хорошо, Экспеллиармус работает отлично. Ладно, пошли дальше. У нас вообще тут как бы сюжетное продвижение должно быть. Я этот паукану встаю, луплю. Думаю, туда я еще успею вернуться, если мне будет нужно. В крайнем случае. Так, мне вообще надо... А, мне вон туда надо. Форма, платформа, это отлично. Но мне, скорее всего, надо куда-то сюда. Если мне говорят сюда, значит, надо сюда. Ой-ё! Ой, блядь, сзади еще падла. Ух ты, это было замедление, нихера, прикольно. А, забавно, забавно. Типа такое, как это замедление было там в боевичках. Неплохо. Забавно. Поразительно. Подожди, а если я туда уйду, то, скорее всего, я что-то недозаберу. И это нехорошо. Мне, наверное, стоит вернуться и что-то дозабрать. Потому что, ну смотри, я ухожу все дальше и дальше, а это значит, что я что-то пропущу. А я не хочу ничего пропускать, поэтому мне надо вернуться. А эти платформы явно ведут к каким-то сокровищам. Их не просто так поставили, значит. Значит, их сюда не просто так кинули. Значит, мне надо к ним подойти. Смотри, ёб твою мать, блядь, падла. Блядь, нихуя себе, я обосрал. Я обосрался, я, блядь. Сука. Вот это неожиданно. Неожиданно, конечно, что пауки, блядь, блядь. Просто, блядь, в пещеру, блядь, живут пауки. Нахуй ты говоришь, что они, блядь, неожиданные. Вот это, блядь, нихера себе поворот. Ах, блядь. Отлично. Ой, ёб твою мать. Сдохла, падла. Вот так тебе, сучка. Так, отлично. Значит, я думаю, мне нужно вот это. Я явно должен здесь что-то полезное получить. Ну вот какое-то говно есть, смотри. Опа. Без лового скелета, тролля-ля, что-то там, блять, я не успел почитать. Я наблюдал за красивой картиной в игре. Здесь действительно интересно, красиво. Есть на что посмотреть. Ах, это все, да? Да, наверное, все. Ну тут есть обадьяна, это, конечно, полезно. Давай посмотрим, что у меня все-таки по инвентарю. Я что-то все-таки нашел. И вот, смотри. Так, отлично. Еще я нашел очки, не? А вот смотри, у меня есть даже на 21 поднимающие мои качества. Что у нас по шапке? 26, 26. 26.
Да, шляпа просто, это, блин. Блять, это, знаешь, мне сейчас напоминает на эту, как его, Пушкарёва из «Не родись красивой». Она как-то раньше был такой сериал, блять. Это, блять, Катя Пушкарёва, блять. Пиздец, нахуй, снять очки надо. Чё-то я, блять, не догадался, что она так выглядит сразу, блять. Окей. Окей, давай дальше двигаться. Посмотрим, что у нас тут вообще. Так. Печенье. Понятно. Бля, я ж туда... Там, где, короче, куча пауков. Я ж туда еще, блядь, не заходил. Туда надо еще зайти, блядь. Посмотри, там же, блядь, по-любому какая-то хуйня полезная. Ну, блядь, не бывает так, чтобы, типа, было дохуя врагов, и там, блядь, нихуя полезного. Ну, так не бывает. Опа, меня спалили. Давайте все сюда теперь. Сейчас я с вами тут порешаю, блядь. Сейчас с вами разберусь. Ну, пиздуйте все сюда, давай. Давай, 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 давай. Пиздуй ко мне. Че, ты боишься, да? Обосрался, да? ПВП или зассал? Ну, ПВП или зассал? Понятно, короче, все с вами, блядь, сыкуны. А какого хера так мало расстояния работает этого инсендио? Есть чем в него кинуть? Нет? Ну ладно, давай тебе... Плярмусом тебя приёбну. Отлично. Чудесно. Замечательно прям. Что у нас тут вообще? Что у нас тут есть? Смотри, сундук. 44 денег. Отлично. Почему и нет? Еще один сундук побольше. Нихуя себе. Так, дуэльные перчатки. Ох ты гля. Ты гля, ты гля. Слушай, нихера себе, они там дают нам нападение, защиты. Слушай, нормально так затарился. Чудесно, прямо чудесно. Замечательно. Прекрасно. А трупы не исчезли. Прикольно, странно. Кто тут, блядь, еще бегает? Кто тут, блядь, бегает? Где ты, блядь, бегаешь? Ладно, попиздовали. Ну давай пиздуй быстрее. Че ты так долго ползешь? В теории нам еще можно будет метлу купить. В будущем когда-то. Я надеюсь. Так что надо будет с этим немножко поторопиться. А что это такое? А что это такое? Денег. Отлично. Дальше нельзя. Дальше нельзя. О, у нас там пауканы. Отлично. Сейчас они на меня нападут все дружно. Ну, потому что, блядь, ну как иначе? Но эти не нападают, смотри. Они типа такие... А нам похуй. Да? Или я уже здесь ходил просто... Ну, на всякий случай, лучше их... Лучше их, так сказать, устраниться, как устранить, как угрозу. Но они не нападают, и ладно. Но могли и напасть, поэтому... Стоит осторожнее как-то тут шариться. Залезем? Чудесно, прекрасно. Отлично, я бы сказал. А ну давай, опа, перекатиком. Что тут у нас? Есть тут что-то? А, заинтересован сокровищами. Но поблизости погребальни что нет? Ну да, действительно. Прыгай ты.
сильно не покалечишься. Главный герой обычно не умирает. Ну, в фильмах я имею в виду. Ну, это ж клише. Хорошо, что Галкрат не упал туда. Но я бы не хотел туда падать. Ой, я не то нажал. Ой, блядь. Вот ты делаешь шаг вперед. Вот какого хрена ты его делаешь? Ну давай туда. А ближе можно как-то, не? Бля, я боюсь упасть туда. Будет печально, если это ёбнусь. Окей. А, понятно, паутинка у нас тут. Охуище пауканов. Ну смотри, если там... Приятно, что он оставил для меня что-то. Что это такое? Смотри, если здесь такая куча врагов, то по любасу тут должно быть что-то. Так, ну смотри. В принципе, тут можно забрать шапка колдуна в этом стиле пугало, отлично. Так, отлично. Что у нас тут? Ну, в принципе, тут зачистили. Так, ну теперь, наверное... показывает нам туда идти, значит пойдем сюда. Получать. Ух ты, ёб твою мать. Ну-ка, я обосрался, блядь. Иди нахуй. Ёб твою мать, блядь, падла. Ай. Иди нахуй. Гори, мать. Ну чё, нихуя себе. Блядь. Это... Блять, вот это было напряжненько. Там что-то под землю провалилось. Там что-то не достать. Вот видишь, вот это вот баг. Все. Пиши пропало. Чемодан. Отлично. Так, безголового скелета пока не видно. Так, а почему мне говорило идти сюда? Так, давай назад. Стоп. Откуда я пришел? Нет, отсюда шел. Да?
Вот тут завалено. Отлично. Значит, надо сюда. Ой, блядь, да конь, уж ну, блядь, страшно. Мать. Давай теперь. А. Эй, давай сюда, сюда. Ну давай, ну давай, ближе. Ну, ближе, можно? Я ж ёбнусь. Ну ладно. Ну давай, блядь. Отлично. Вот, тут видишь, тут чемодан есть. Отлично, почему бы и нет. Так, шарф с бахромой и рисунком в виде мазка кистью. Отлично. Яп, твою мать. Нет. Блядь, да что ты дура такая тупая, блядь. Хули ты туда? Блядь. Ёб твою мать, твоя курва, блядь, тупая. Какого, блядь? Ёб твою мать, ты, блядь, можешь нормально, сука, прыгнуть. Курва. Где я, блядь, теперь? О, курва. Элегантная официальная форма. Давай оденем. Отстречусь и эквип нафармил, что ли? А, не, смотри, шарф исчез. Так, а чё у меня ещё не проебалось ничего больше? Так, отлично. Шляпа у меня тут. Шляпа в стиле пугало. Шарф исчез, смотри. То есть, типа, нихера. Здесь вот такое вот есть можно. Такой. То есть у нас есть вот такая херня. Но так он просто более элегантно смотрится, поэтому мне больше нравится. Тут, может, у нас что-то есть интересное. Ну, просто лазить по таким местам в том, что она ходит, наверное, не очень удобно, поэтому пусть будет так. Так сказать, ради удобства. Тут больше ничего интересного. Отлично, пошли дальше, бегом. А то, блин, застреваю постоянно на одном и том же месте. А, ты гляди, и херня сместилась. Нет, ты что ты делаешь, блядь? Нахуй ты развернулась? Что, блядь, она делает? Я не понимаю. А тут что-то отреспаунилось? Не, видишь, тут уже ничего не респаунится. Ладно, нам надо бежать. Тут дохера различных закутков, куда можно вообще сунуться. Но в теории нам надо в одно место. Чё это тут? Чё это? В принципе, понятно, да. Ну окей, соберем. Больше что-то собирать нечего, да? Сука, блядь, прыгни мне мимо. Да не сюда ты должна эту хуйню кинуть, а сюда. О, господи. О, нет. Вот так вот. Без голого скелета пока не видно. Ты уже это говоришь какой раз. А. Вот тут-то же их. А чё это, блин? А, щитовые чары надо использовать успешно.
А что ты делаешь, блядь? Успокойся. Вражины тут хватает. Страшные, сука, звуки, а они обычно просто так не бывают. Так, давай посмотрим, что я поднял. Так, мантия, отлично. А чечи. Чудесные. Ну, пожалуй, их уберем. Ладно, эта мантия пускай будет, она вроде неплохая. Так, что у нас тут? Куда нам дальше? А, нам дальше туда, а тут вон, смотри, мразь сидит. Нет, не сюда. А куда? А куда? А, о, смотри, нам по карте показывают, куда. То есть нам дальше сюда. Понятно, окей. Вопросов, как говорится, нет. Пошли, пошли. Ох, вот это же. Вот и он, мост, уже почти целый. Но, опять пауки. Отлично. Победить пауков. О, ёб твою мать. Вот это вот страшная хуета. Нихера. Сразу сходу на меня. По тебе древней магии. Ай, блядь. Ай, блядь. Давай, протега. Ой-о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 й. Давай, протега. Давай. Давай. Отега. Супер валь. Давай. Ну. Ступид валь тебе. Все? Все? Ты подождал, пока я разберусь с теми, да? Ёб твою мать. Столбеней, короче. А, я понял. Пока я с этим не разберусь, вот с этим вот. Короче, пока я с теми не разберусь, мне дальше хода не дадут. Короче, то есть смотри, значит, можно использовать мелких мудаков, чтобы этот заклинание, короче, отбивать, короче, щитом атаку одного моба слабого, например, и типа делать эту вот херню на более сильного моба. Тронутый сундук. Как-то невнимательно Галкред обыскивал эту херню. Нужно поискать символ. А, вон еще один символ. Вон еще один символ. Отлично.
Ух ты, прикольно. Прикольно. Интересно, интересно. А что будет дальше? Наверное, останки Гелкрыда и нужные мне страницы совсем рядом. Вон, смотри, какие-то хероботы там стоят. Он что-то лежит. И, блядь, я так понимаю... Вон Гелкрад, все еще мертвый. Что здесь произошло? Может ли это повториться? Блядь, все еще мертвый. Действительно, блядь, он все еще мертвый. Какое удивление. Нихера себе. Серое шутовское облачение. Так, ваши ячейки снаряжения переполнены. Давай почистим наше снаряжение. Что у нас есть? Вот это стоит уничтожить. Стоит херню. Так что уничтожим. Давай. Что у нас тут? Что тут полезного? Шапка первокурсника. Чудесно. Чудесно. Давай, кстати, посмотрим. Если я возьму шапку первокурсника. Прикольно. Пусть будет. Так сказать, чтобы уши не мерзли. Хотя они и так не особо мерзнут. Ну да похер. Так, давай. А вот и карта, которая привела тебя, Гелкрад, к погибели. Там дальше что-то есть. Дальше что-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай так. Ай, больно. Это было неприятно. Ну давай, что тут дальше? Кто меня попробует? Ну а теперь вот эти хероборцы сейчас на меня нападут все втроем. Нет, один только. Ну, значит, по очереди. Ну ладно. Ой-о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 й. Давай-давай-давай-давай. Ну давай-давай-давай-давай. Вот, ты такой крутой типа, да? А если на тебя экспеллиармус? Выкуси, мать. А, ну теперь, конечно, теперь, блядь, вдвоем, блядь, на меня. Ну на тебе, блядь, лови тебе, пиздюлина. Оплевуху тебе. Ой, блядь, экспеллиармус в жопу, блядь, полетел. Ой, левёс, на тебя не работает, блядь. Это было неудобно. Опа, блядь. Выкуси, мать. Так, отлично, отлично. Комбинация у меня есть. Это настораживает, что происходит. Блять, то, что тут куча, блядь, дебилов, блядь, пытались тебя нахуй замочить, это не насторожило вообще ни разу. А тут появилась какая-то хероборная херня. А тут уже, блядь, необычно. Но такое же было в Грингоце. Грингоце. Банки там. Надо встать сюда. Какое-то говно выплеснулось. Что у нас тут? Есть что-то полезное вообще? Нет, нихуя полезного нет. Где я? О нет. Что? Это потоп? Откуда у меня такая защита? Что за магия такая? Так, я не знаю, насколько долго у меня эта магия.
Но я думаю, нам надо пошустрее дойти до следующей двери. Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не вернусь отсюда. Не выберусь отсюда. Отлично. Что это за место? Что это за место, мать? Это мне сейчас пизделей давать будут или что? Давай посмотрим, полутаемся. Вот. Давай полутаемся. Говори, дверь. Но тут больше ничего нет. Значит... О, сейчас будет пизделей давать. Но слишком довольная, чтобы ей пизделей давали. Или не дадут пизделей. Опа, опа, опа. Нихера. Что дальше? О, привет. Неужели? На ревелю. Равиоли. Это вы? Кто-то наконец нашел зал. Ой, вы же были в том омуте памяти. Вы профессор Эком. Верно. Должен признаться, я удивлен. Вы так молоды. Мне столько же, сколько было вам с Исдрой, какой-то, блин. И вы еще внимательны. Вы очень внимательны. Полагаю, у вас такой же дар, как и у нас. Видеть следы древней магии? Да, сэр. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии. Нам немногим из волшебников доступны редкие проявления магии. Вам могут представиться возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор. Благодарю вас. Да, нам с вами многое нужно обсудить. Но сперва, вас ведь привела сюда карта, найденная в некой книге. Поставьте сюда книгу. У меня нет книги с собой, сэр. Досадно. Ну, тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь сюда с книгой, и мы продолжим. Хорошо, я сейчас же отправлюсь за книгой. Договорились. Тогда верните книгу и продолжим разговор. Так, ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать одно очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые вы можете использовать в соответствующем меню у вашего руководства. Нормально. Нормалды. Так, окей. Таланты. Так. Вы можете забрать это хорошо. Так, окей. И ключевые, допустим. Знание заклинаний. Добавляют новый комплект заклинаний. Пользуйте. Колесо мыши, чтобы выбрать это. Окей, давай, допустим. Компетенция. Так, при использовании броска древней магии захватывает броска древней магии. Ну, древняя магия, это, конечно, классно, но она и так ультует. Проворность. Для кнопки уклонения вы можете быстро исчезать и снова появиться поблизости. Интересно. Поглощающая протега. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Идеальная протега заполняет его еще сильнее. Вот это полезно, по-моему. По-моему, это неплохо. Мастерство владения основным заклинанием. Так, снижается время перезарядки заклинания. А так, давайте... Блин, темное искусство. А что темное искусство? Кровавое проклятие. При нанесении урона одной из проклятых целей надо... Понятно. Короче, выручай комната. У нас пока этого нету. Скрытность. Снижает способность врагов обнаружить вас. Так. Позволяет вам использовать бег под воздействием. Вот это неплохо.
Это полезно. Это полезно. Давай заклинание. Что у нас тут? Сразу владение Левиоса. Сразу владение акцию. О, вот это инсентив. Вот это полезно. Так, вокруг создает дополнительный взрыв. Левиоса. Враги рядом с целью, которая находится перед действием Левиоса, тоже начинают левитировать. Вот можно, кстати, и тоже его использовать. Так, а вот что у нас тут такое? Левиоса вокруг вас создается дополнительный взрыв. Враги находятся рядом с целью, которая... Ну давай. Это у нас нихера не разблокировалось, понятно. Скрытность, врачей комната, давайте вот сюда еще что-нибудь добавим, я знаю. Так, вы можете быстро исчезнуть. При использовании броска древней магии, так. Рябиновый отвар, заклинание, знание заклинаний, мастерство владения основным заклинанием при использовании, бла-бла-бла-бла-бла. Проворность. В принципе, неплохое умение. Мне оно, в принципе, может понадобиться. То есть теперь у нас больше шансов на выживание в случае, если нас попытаются загандонить. В принципе, очень даже not bad. Да, окей. Ну что, пойдем дальше. Окей, нам надо еще потрангить с дедулей нашим, чтобы он нам все-таки дал, так, как говорится, возможность уже хоть что-то, блин, делать с этим чертилой, который там вылез. Так, получение достижения, трата таланта. Выйти. И куда же мы теперь выйдем? Ой-ой-ой, а куда мы теперь выйдем? Интересно. Наверное, в лесу. О, нет. Мне удалось найти страницы из зал картографии. Зачем мне книга? Чего вы затеяли теперь? Да нихуя не затеял. Покажите зал картографии. Реверю. Отлично. Покажите зал картографии. Покиньте зал картографии. Покиньте зал, я, блядь, покажите. Я снова в Хогвартсе. Чёрт, он доме был. Интересно, когда вернется профессор Фиг, я ведь снова... Так, мне, так, сколько всего нужно успеть. Он не вернулся. Только всего надо успеть. Да, что у нас тут? Ревелио. Очки талантов. Так, о, смотри, сюда можно докинуть еще каких-то заклинаний. Например. Ну, например. Хотя, знаешь, это не самые главные заклинания, которые мне могут понадобиться, поэтому сюда можно докинуть такие заклинания. Ну, то есть, типа, чему нет? То есть тут атакующие у нас заклинания будут. Ой, что-то я не то. Вот это сюда, вот это можно сюда. Да, вот так, чтобы просто было удобнее, у меня просто на четвертую кнопку будет немножко другой этот switch на этом. Так, у нас таланты, инвентарь. Таланты. Так, что я могу? У меня еще один этот, скрытность не могу, нихуя. Здесь тоже нихуя. Давай ключевые. Так, русская древней магии. Что у нас тут еще? Знание заклинаний. Ну, давай еще раз покачаем сюда. У нас теперь больше будет места для заклинаний. А значит, можно комбинаций больше. У нас, например, будут тут утилитарные какие-то. Ну, например, вот эта вот херня. Да, репара будет. Что у нас? Просто акцию. Ну, то есть это чисто утилитарные. Это даже не атакующие. В принципе, неплохо. Вы должны выучить депульса, отбрасывающие чары. Они пригодятся, чтобы двигать предметы и расталкивать противников. Выполните необходимые задания и встретимся в моем классе. Чудесно. Отлично. Хорошо. Добренько. А что у нас тут? Ух ты, ура. Наконец-то. Все.
Чудно. Давай, короче, теперь научимся летать на ебаных метлах. И купим метлу, потому что это просто пиздец. Пешком ходить, конечно, весело, но иногда на метле все-таки будет быстрее, чем пешочком ходить. Опа. Ждать. Все, поспали, короче, народ такой пришел, блять, бомжиха спит. Значит, задание. Ну, берите метлы и начинаем урок. Ну, берите метлы, и мы начинаем урок. Мистер Клоптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам, как бы. В наших рядах сегодня пополнение, познакомьтесь. Добро, привет, приветствую, здравствуй. С сегодняшнего урока напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла — это в первую очередь транспорт. Как раз об этом некоторые любят забывать. А на моих уроках вы не будете учиться пикированию бочкам и прочим трюкам. Более того, подобные маневры запрещены. Фу. Понимаю. Вы не их поклонник. Теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. На всякий случай, напомню, вам нужно стать рядом со своей метлой, четко сказать вверх, а затем усесться на метлу верхом. Вверх. Чпоньк. Спасибо. Теперь ваша очередь. Вверх. Вверх. Вверх, вверх, ты дурацкая школьная развалюха. Вверх. А, вверх. Я уже на английском. Так, прикинь одну ногу, чтобы с обеих сторон метлы было по одной ноге. Без глупостей, бокам не сидеть, как в дамском седле. Интересно, оно не жмет промежность? Если услышите мой свисток, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Хорошо, а теперь задание первого урока. Полетать через каждое кольцо во дворе. Будьте осторожны, эти метлы собственной школы, верните их в целости и сохранности. А, кажется, начинает получаться. Отлично. Вижу, вы уже привыкли к своей метле. Посмотрим, как вы справитесь с более сложными заданиями. Приступим. Приступим? Это был вопрос. А, приступим, блядь, нас никто даже не спросил. Блядь, непривычное управление. Давай, в кольцо. Привет. Целенолетная погода, какой вид? А, лодочный сарай. Первокурсники прибывают по озеру в него. Через него в Хогвартс, точнее. Впервые. Ускориться как-то можно. Не знаю, я нажал shift, и мы вроде как ускорились. Наш местный житель подводного мира любит иногда повысовываться. Наверное, лохнесское чудовище локальное. Это. Ой, блядь. Посмотрел на лохнесское чудовище называется, блядь. Опа. А, вроде получается. О, весьма недурно, есть минутка. Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. По-моему, у тебя неплохо получается. Даже на школьной чахлой метле. Мне показалось, что ты готова к чему-то более сложному. Ну, я забегаю вперед. Мы уже встречались в гостиной. Меня зовут Эверетт.
Что, не хочешь присоединиться ко мне полетать и поразвлечься? Что если у нас будут неприятности? Кагева, похоже, строгая. Не хотелось бы иметь неприятности. Кагева даже не заметит. К тому же птицы имеют, умеют летать, поэтому, потому что они не сидят всю жизнь в гнезде. За мной. Начинаем экскурсию. Не отставай. Сейчас мы пролетим над дворцом трансфигурации. Как всегда, очарователем. Будем надеяться, что директор не посмотрит в окна сегодня. Ой, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот что бывает, когда приятно быть повыше всего этого, блять. Впереди можешь видеть сады, загораживающие окна, в гостиную пофендуют. Трудно там людям иногда. Как у Уорта выходит ли так быстро? Полезный совет, чтобы резко ускориться, наклонись вперед. Это поможет, если нужно... совсем другое дело. У тебя вроде не... Что? Гиппограф? А вот и знаменитый мост. Только подумай, сколько магии его держит. Погляди на него. А там Святник. Здоровенный, правда? Да, мы там были. Сразу и советы, и вправду хороший, полезный полет. Это свисток Кагавы. Скорее возвращаемся. Блядь, да давай, полетели. Похоже, она всех уже отпустила. Ой, блядь. Слезь с метлы. Блядь, как остановиться? Я не понимаю, я, блядь, ёб твою мать, как остановиться? Как, блядь, как сделать? А, вот, все отлично. Можете войти, находясь на метле. Так я понял, мне, блядь, слезть бы с нее. Так. Удерживайте Б, чтобы слезть. Отлично. Так. И где же вы двое пропадали? Здравствуйте, профессор. Мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарован. Вы вынуждены посещать мои занятия, потому что я до сих пор не умеете уважительно относиться к метле. Я довольна, но сегодня урок окончен. А что касается вас, в будущем постарайтесь думать о последствиях, прежде чем принимать решение. Ну, не вешай нос. Летали вы весьма неудобно. Ой, неудобно. Не весьма неплохо. О, блядь, я уже путаюсь. Неплохо. Жалко, что Кагава нас поймала. Ну, согласись, эти виды того стоили. Я ни о чем не жалею. Ради такой экскурсии можно и прорвать очками. Ты отлично управляешься с метлой. Будет у тебя метла получше. Тебе бы удалось в два счета обставить Мельду. Я бы тоже показал себя, если бы у меня была твоя метла. Но ненавижу школьные метлы. Значит, нужно купить метлу. Если можешь, купи. Жаль, что я не могу. Обязательно сходи к Альби Уикесу в круг. Рухолетку. Это в Хоксмите. Ему часто заводят хороший товар. Буду ждать тебя с хорошей метлой. Отлично. Так, задание завершено. Полеты на метлах. Так, а на этом, я думаю, можно закончить. В следующей серии уже наконец-то купить себе метлу. Почему бы и нет? Красиво. Несмотря на то, что она глючит очень сильно... Я не забыл о нашей затее из библиотеки. Удалось продвинуться, если хочешь позаниматься запрещенными заклинаниями. Жди меня возле кабинета защиты от темных искусств. Неподалеку есть одно тайное местечко.
Отлично, отлично, чудесно. Ну что ж, продолжим уже в следующей серии. С этого же момента, да, где-то отсюда. Приходите в коридор седьмого этажа как можно скорее. Я знаю, как помочь вам сосредоточиться на учебе подальше от посторонних глаз. Окей. Окей. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Держимся на позитиве и играем в хорошие игры. У микрофона был Дэн, и игра под названием Hogwarts Legacy. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока-пока.